Ребятки, привет, новый ролик Гейминхедер, здоровайся. Да, здравствуйте. Друзья, я сейчас на пути к славе нахожусь. И знаете, я сегодня даже очень рад, потому что сегодня я выбил своего нового, последнего бравлера в этой игре. Это Би, друзья. Как вы видите по аватарке, как вы видите, то что мне горит бойцы один красным, друзья. Не выпало Би. Это реально было жестко, я уже хотел на нее донатить, потому что, ну реально, типа, мне она не падала. А ты будешь играть со мной, да? Да. А ты можешь все-таки, а то я думал, ты занят. Ну не тупи, окей, я хочу кубки все-таки на Би поднять. Я, кстати, снимал новую аватарку себе на канал, наконец. Да, друзья, Би, это жесть реально, можешь поздравить в комментариях, я сегодня накопил сундук. Из последнего бесплатного ящика мне выпало Би. Кстати, шанс на пассивку повысился. Теперь у меня 0-0-0 на всех бойцов. Зато, друзья, шанс на пассивку повысился. Реально, там на сотых. Сколько там сотых повысился. Вот, ну что, поехали в бой, друзья. Берем мы Би. Первый раз. Нажал на Би и первый открыл класс. Ее. Капец. Первый раз, первый класс. Угу. Ой, друзья, просто я не нажимал на нее, потому что я хотел, типа, знаете, для ролика не нажимать на нее. И вот сейчас, вот спустя много времени я хочу сначала менее редкие. Что-то я не понял. У меня шанс на звездную силу 0-0-0-0. На редкого бойца 0-0-а. Я понял, потому что у меня нету достаточно уровня для того, чтобы получить... Да, да, поехали, все, друзья, кликнул на Би, ради ролика я нажал на эту красоточку, поехали поиграем, погнали. Если геймхедер будет тупить, то мы пойдем, когда я пойду, короче, соло. Я специально, чтобы не слить кубки, надеюсь, все будет хорошо, да? Ага. Ой, друзья, я хотел, знаете, как хотел 0 кубков и фулл сделать, но это чтобы фулл сделать, надо много денег. Кстати, друзья, у меня уже 400 монет, я хочу накопить 1250, прокачать Мортиса и выйти в пассивку свернувшуюся змея, потому что, ну, жуткая жатва, я не так особо хочу, а хочу больше свернувшуюся змею, потому что это прикольная пассивка для броул-бола, и Мортиса можно будет апать на 1000 кубков, потому что когда он 8-го, он не такой жесткий. Блин, друзья, очень мне нравится эта пчела. Мне она очень реально нравится. А знаешь, почему так быстро все умирает? Потому что у меня 0 кубков, поэтому все умирает так быстро. Первый раз играю за Би. Ну как сказать первый раз? На Ихейте я уже играл. Топ-3, да? Блин, он меня убил. Топ-3, ну окей. Ну плюс 4 у кого-то. Поехали. Ой, друзья, ладно, окей. Мне все равно, даже если мы сейчас сливать будем, потому что... Я не хочу ее сейчас быстро поднимать, потому что, ну, типа, уже не так интересно будет мне играть. Вот, поэтому круто. Скоро 17 тысяч, я могу, если всех возьму на 500, и еще подаплю там 100 кубков, то у меня будет 17к, поэтому, друзья, это реально будет жестко, я хочу 17к. Вот я хочу делать, вот реально. Ну, первого уровня будет трудно, но это имба. Все. Блин, ну жалко, что не выпало, я рад. А ты мне рано, я в сень. Нет, убегай! Не, короче, я в соло сыграю. Что-то в дуо не получается. Тем более ты взял Тару зачем-то. Она здесь такая. Я пока в соло. Ну, в соло будет полегче. А то в дуо сейчас все налетают. Ну не то, что полегче. Просто хочу просто сам в соло поиграть. Топ-1 позанимать, поэтому... Попробовать. Больше в соло. На Ихейте я уже играл, поэтому... Ну, имба, согласись, да? Да. Она... Скоро у меня на канале Совпатидрю. Ну ладно. Скоро у меня на канале видео. Скоро у меня на канале новая шапка. Скоро у меня на канале много перемен. И скоро, друзья, трейлер и тизер сериала. Ну, сначала тизер, а трейлер уже будет... Ну, тоже так, месяца через 3. Поэтому, друзья, ждите. Тизер будет уже совсем скоро, уже через месяц. Угу. Я надеюсь, что Гейминхедер будет стараться, да? О, просто, пацаны, вот я вот этим вот, я 7-баночного 8 бита просто отымел. Да, я понимаю, он нуб какой-то, но вы видите, у меня было 3 банки, да? И сколько, или 2 там банки? 2 даже. Я его отымел.
Это имба. Была одна банка. Да, я думаю, у что... было три банки, у тебя была одна банка. Ладно, не ори, не ори. Я думаю, то, что Gaming Header хочет эту пчелу себе. И я думаю, что если он ее выбьет, он будет рад. Но она имба, я тебе говорю. Я бы... Не, если бы... Не бы на каком-нибудь новом аккаунте она выпала, я был бы рад. То есть это плюс... Это... Ну, да, вот он... Всё. Столкновение, просто да. Два как минимум. Как минимум, но топ-1 хочу. Ну, я могу топ-1. Просто я сейчас... Есть немалые шансы на то, чтобы занять топ-1. Ну да, из-за того, что Пэм меня зажала. Ну, ты сглазился, потому что... Ну, блин, ролик 5 минут идет, погнали еще одну катку сыграем. Ля, друзья, прикиньте, сейчас пассивку выбьем, прикинь. Алло. За кого? Ничего, для кого? А у меня тут много кого, у меня тут котик. Кстати, друзья, я хочу очень открыть ящик и выбить оттуда гемы. Чтобы, я хочу купить, во-первых, Корсара Кольта. Я хочу купить. Я, наверное, куплю его. Божью коровку Би. И хочу еще купить на Макса GT Max. Подтвердить, подтвердить уже. Gaming Header. Хватит Gaming Header, все. Угорает там, да, угорает. Я, возможно, буду сейчас за эту пчелу тупить, вы не обессудьте, я первый раз что-то играю. Кстати, кто считает влог, который захватит, и до сих пор не выложил? А я не выложил, потому что Gaming Header его не смонтировал. Поэтому кого винить? Да, ну, нет, я тебе не в конце декабря, я тебе его... Декабря. Нет, я тебе 7 декабря отправил. Да просто что-то мы забыли про это. Да ладно, уже влог, наверное, никому не интересен. Поэтому, я не знаю, хочу тебе его уже влог или нет, но я его выпущу. Ну ладно, как бы влогов все будет много, просто... Что-то подзабыли, ну вы вам, я вот спрашивал у зрителей, типа, окей, вам без блога, как вам, типа, если что-то мы с Gaming Header можем прям взять и сделать, а они сказали вроде зрители, типа, я все, ну, типа, напишите в комментариях, если, типа, Алло. Напишите в комментариях, типа, если вы хотите вложек, да, вот они, если вы хотите прям вложек, напишите, да, хочу, то есть, типа, не могу без него, давай, выпускай быстро, или нет, типа, все такое. В комментариях, да, типа, хочу уже влог, не было, и комментарий нет, не было. То есть, вообще просто, ну, там или нет были, я не помню уже, что это за ролик такой был. Но вот я его выпустил, написали то, что, да нет, нам все равно этот влог, главное, чтобы ты снимал просто видео. Поэтому, если вам все равно, то, типа, окей, не будем выкладывать. Ну, поэтому, а смысл, если кому-то не интересно, то они смотреть не будут, по идее. Пацаны, это топ-1, это имба, Бравлер, это имба. Короче. Ничего не слышали? Нет. Хорошо. Я это слышал, а зрители нет. Так вот, друзья, блин, сейчас еще одну катку топ-2 или топ-1, я могу открыть сундук. И если оттуда падает 6-8 гемов... То все, пацаны, я сейчас топ-2 даже зайти, либо топ-1. То все, друзья, я покупаю коровку Би. Ну да, уже ролик, потому что 8 минут идет. Тут последняя катка, наверное. Нет, еще одна катка. Она мало длилась, еще одна катка. Тут я сам тупанул, еще одна катка. Это я тупанул, я тупо сдох. Я застоялся. Ну и вообще, я... Не особо хочу, но не куклу поднимать специально, чтобы оставить ее, чтобы... поднять уже потом. Вот, друзья, блин, капец, жду обнову уже, все, у меня все бравлеры, пока не вышло еще обнова, я опять теперь, у меня теперь опять все бравлеры, да, как раньше. Прикинь, в следующем удалении 5 new brawlers, прикинь, 5 new brawlers. Да ё-моё, чё, откуда он выскочил, а, вот, гад такой. Нет, пацаны, я понимаю, ролик 9 минут идет, давайте еще один ролик. Ой, ролик еще один, одну катку еще. Друзья, я не понимаю, сорян, конечно, но я что-то просто отвлекаюсь. Gaming Header, алло. Алло. Что-то на Gaming Header отвлекаюсь. Что-то я отвлекаюсь, что-то, блин. Это еще неудобно играть тут. Вот, поэтому... Я тут отвлекаюсь еще, поэтому сложно так играть, когда отвлекаешься.
Вот, поэтому, если что будет слива, то сорян. Странно, такие... у меня еще фризы бывают на телефоне. У меня сегодня фриз такой... Вообще, такие фризы были жесткие, когда я за Макс играл сегодня утром. Такие жесткие фризы, пацаны. Это жопа. Это реально полная жопа. Да ема, не, я не займу, наверное, тупо один здесь. Может быть, может быть. Иди сюда, иди, 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 иди. Опа-па, ну чё я не попал-то, а? Вот, конечно, не, мне кажется, Би надо сделать мификом. Я понимаю, что, пацаны, вы огорчитесь, если она будет мификом. Но это имбовый бролер. Ну да, вот, его сделали эпическим, потому что мало хп. Да, имба, но мало хитпоинтов. Я могу так сказать. Но они особо ей не нужны. Так вот, вот, поэтому последняя каточка, друзья. Вот. Нет. Что-то он там сказал, да нет, я не слышал, что он там сказал, да нет, пацаны, надеюсь, вы тоже не слышали. Так, друзья, осталось топ-2 взять. Прикиньте, сейчас берем, выбиваем гемы, покупаем прям скин. Я потом в следующем видео протащу скин на Би. Я прям в следующем ролике. Вот собака такая. Это на... Собачка такая. Да шо, как она меня убила? Ты гонишь, ты гонишь. Ну все, пацаны, плюс 7 трофеев. Спасибо всем вам за просмотр. Вот так вот мне сегодня выпало Би. Потом я опять снова в ранг, потом заберу этот вот сундук. Спасибо вам всем за просмотр. Всем удачи. Купим скоро скин на видосик. И GT Макса тоже. Я тут заначу. Всем удачи и всем пока-пока. Прощайся, Гейминг Хедер. Ага, все хорошо.